Приветствую всех на канале VGames, и у нас обзор на Какузу, воссоединение Акацки или создание Акацки. Если я не ошибаюсь, это не Эду Тенсей, потому что, видите, у него маска еще не порвана. То есть он не оживленный, а живой. Так, ну что, ребята, обязательно поставьте лайкосик, поддержите канал, а мы начинаем обзорчик. Что ты, Хидан? В принципе, сражается обычными атаками, он достаточно прикольно. Призывает сердце, вернее, сердечного монстра элементом молнии. Первый скилл. Футун. Вокигой вроде, или как ты называешь его. Вокигой. Вот. Озвучил. Чё стеснялся, не понимаю. Хидан, я здесь. Ну, первый скилл, это понятно. Сердечный монстр с футуном. Если зажать, ничего не происходит. Увидеть бы на спине его монстров. Четыре сердца, вон. Но пользуется только тремя. Ладно, Катун. Катун Джигуку. Окей. Окей, окей. Второй раз. Блин, ну прикольно, в принципе, дерется. Оно как-то достаточно простенько, хотя этот персонаж Аранга, что удивляться. Так, ребята, давайте попробуем зажать Катун. Угу. А если попробовать зажать сразу два сердца? Вот это прикол. Я не знал, ребята, что в него совмещение сердец идет. И он Катуном и Футуном поочередно. А ты Какуза не так-то просто оказался. Ульта. Я в шоке. Прикол. Смотрите-ка еще раз. И просто спам огня и ветра. Жалко, что ты не хочешь использовать сердце стихии воды. Наверное, потому что тебя, как и в аниме, уже разбили это сердце. Прикольно. Вот этим скиллом меня впечатлил очень сильно этот персонаж. Ну что, давай, Хидан, побей нас. Ой-ой-ой. Какуза. Смотри-ка, что Хидан творит с нами. Да блин, я ж нажал скилл. Райтун, Вакирой, Футун, Катун. И давай, техника. И он увернулся. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Обязательно пишите комментарии. Ну а мне Какуза этот понравился. Прикольно, что можно совмещать его сердца и делать форму, объединенную сердцами. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.